Так, наконец-то я вычислила. Ой, забыла. Всем привет-привет. Кто грызет корни и некоторые мягкие ткани у орхидеи? Посмотрите, под листочком сидит какая саранча. Вот откуда ей взяться? Или это не саранча, а что-то другое? Ну? Да, опять срочно обрабатывать. Вот 3 недели назад поливала их. О, гад какой. Его так и плохо видно. Или не, или саранча, не саранча, в общем, не знаю что, но вот не могу резкость навести. Вот такое существо. Вот, а то у меня тут есть просто вот, ну, растут, отрастают корни, сейчас покажу. Причем эти орхидеи, которые, сейчас я достану, пострадали во время этой жары, отрастают корни, и их кто-то обгрызает. Посмотрите. Прям конкретно кто-то зеленые кончики всем обгрызал. И я уже, ну, не улиток, уже насыпаю, думаю, да что ж такое, они бедные, расти толком не могут. Это оказалась вот такая зверь. Так, вот я его схватила. Это не кузнечик, он очень мягкий. У кузнечика хитин более жесткий. Я за усы его схватила. Сейчас, конечно, убью, но надо теперь принимать меры. Ну вот, я увеличила, положила, приглушила на пол. Значит, это не кузнечик, точно, и не саранча, точно. Какая-то зеленая гадость, которая ест реально зеленая, все зеленое, потому что очень мягкие ткани у него. Хитина практически нет, такой нежный, нежный, нежный. Вот так вот бывает часто. Мы даже не знаем. Честно, я даже не знала и не видела, что есть такое что-то. Но это не важно, знаем мы их лицо или не знаем. Важно с ними вовремя бороться, чтобы не наносили большой ущерб растениям. Вот так вот. Иногда мы не знаем, кто ест наши орхидеи. Всем хороших выходных. Пока-пока.